Баг Firefox, приводящий к краху системы. Лебедев редизайнил сайт KFC. Google празднует 20-й день рождения. Google празднует «Погнали». То есть в том, что я думал, что ты хотя бы скажешь, что Google празднует 20-й, погнали. А, ну, слушай, погнали он не имеет исчисления, он как э, этот news, сч... существительное news в английском языке. Хоть один news, хоть много news, вот так же и погнали. То есть это неисчислимое абсолютно. Знаешь что, я хочу сказать нашим слушателям и зрителям, дорогим, что я вот пишем 20 минут первого часа, да, подкаст, я поставил рядом со мной много напитков, то есть сок и воду. И это я боюсь, что я как в театре буду отходить в антракт, так сказать. Э в уборную, потому что я сейчас буду пить именно максимально пить буду. Нацелен на то, чтобы весь подкаст пить. Ну слушай, это, в общем-то, благородная цель, да. Напомню всем, что с вами проект с вп Проект дизайн Подкаст называется Суровый веб, выпуск номер 180. На часах уже третье число, 20 минут первого по Челябинску, и мы работаем для вас сегодня в режиме Блиц. И, Никита, я задаю вопросы коротко, ты не обязательно коротко. Не обязательно коротко отвечаю, да? Ну ладно. В общем, первая тема, не обязательно коротко, про Deep HD. Вот сейчас все таки думают, что за Deep HD? Не слышал, вот не слышал. А в... Вадим, погнали, Авдеев. Он нам оставляет на нашем замечательном сайте evdiesign.ru э, тему для подкаста. И говорит: Deep HD технология Яндекса, улучшающая изображение и видео при помощи искусственного интеллекта. Дает ссылку на, собственно, яндексовскую лендуху. Яндекс. У нас, как в Дуде, должно уже скоро подсказки. Вот лендуха, и там серым таким, знаешь, выезжает и написано лендинг пейдж. Там вот такое. Значит, DPHD технология Яндекса в натуре, а он скопировал, он скопировал заголовок. Вот ты, Вадим, погнали, Авдеев, а? Короче, действительно, DPHD это какая-то супер новая технология, какая-то как-то умная она, как-то умная. Э, достраивает изображение, особенно это видно вот э, с старыми мультиками, потому что если там дальше мы посмотрим по ссылкам, очень много именно старых мультиков, так сказать, отрефакторено вот тем самым Deep HD. Э, здесь написано, она основана, в смысле технология, на генеративно состязательных сетях. Я жду, а, когда ты скажешь дегенеративно состязатель». Ну, не стал перебивать. Не потому. стал, правильно. Вот. В ходе обучения нейронная сеть восстанавливает изображение высокого качества из изображений с низким качеством и разрешением. То есть она обучается. Несмотря на то, что, допустим, это мультик про ежика в тумане и там дикая наркомания, она все равно обучится на нем и поймет, что надо как достраивать. К вопросу о том, что я хотел. Я еще хотел сказать не от рефакторина, а от реартефактина. Вообще там тупо артефакты будет повторять, и как бы да, потому что. Mm -hmm, ну да, в смысле, согласен. Артефакты изображения. Стопудово там могут какое-то качество не очень получаться, тем более, что она же обучается, она же еще не обучена. Да, но здесь примеры, те, которые примеры нам приведены, тут уже достаточно обучено все. То есть, возможно, если бы ей скормить что-нибудь более плохого качества, например, наши подкасты, да, то там найдутся дефекты не убрать вообще. Вот, а так в целом, в принципе, видно, что лучше, видно, что лучше, особенно старые мультики. Здесь вот есть ссылка в конце лендухи, вы можете сами ознакомиться, попробовать, убедиться, что вот это HD работает на вашем видосике, там на шестереночке появится DHD выбор. То есть, типа, такое новое, классное. Как будто они хотят, знаешь, везде это внедрить. Потом в Ютубе HD будет. В общем, везде. Короче, появится DHD-кнопулечка на, на шестереночке. Зайдете, вот ты сейчас, если перейдешь, увидишь в Яндексе ссылки на, например, умка ищет друга, Снежная королева, Дюймовочка. И там, если вы не знали, как выглядит оригинал, то вы, наверное, и не поймете, что Deep HD. Но вообще, если рядом приложить э, оригинал и жалкую копию, так сказать, и Deep HD, то видно сразу: цвета лучше, качество лучше. Вот эта вот зернистость пропадает, и какая-то плавность добавляется, я не знаю. В общем, действительно, работа видна, результат есть. Ты слышишь, зернистость? Я сейчас много буду говорить. Первое, у меня нет шестеренки. То есть я включил умка ищет друга. И так. Там просто пошел Союз мультфильм, и нету никаких шестеренок. Я не могу выбрать там 720p, 1080p, D, А ты в, D. ты в Safari, да? В Safari. Да, видимо, тут что-то технология, она, конечно, технологичная, но что-то как-то вообще нет. Возможно, это какой-нибудь HTML5 DPHD должно поддерживать. Ну вот, вот да, потому что я и Маугли попробовал, и Умку ищет друга. А попробуй Chrome. Это реклама сейчас. Да. Я сейчас попробую прям Яндекс браузер. Ну чтобы уже как-то. Ох, а представляешь и у них не поддерживают? Это будет провал, конечно. Но нет, ну как мы сказали в прошлый раз, Яндекс браузер это же тот же Chromium, на что мне там в комментариях писали, что да ты, да ты не понимаешь, это самобытный самостоятельный продукт, там, да я сказал, ну стоп, ну в основе хромиум, хромим, все. Я как бы никого не обидел, я просто сказал факт. Так, перехожу, Умка ищет друга, я буду настойчиво чудово рассмотреть. «Золотая антилопа», 54-го года мультфильм. Я его смотрел. Я смотрел, я помню. И а, на меня, во-первых, впечатление произвело, но то, что это 50... Какой еще раз? 54 50... Это О, у меня... Батя... Это так давно было. Батя родился в 54-м. Действительно это... давно было, я сейчас. <рекрасно> нет, в Яндекс. браузере тоже нет шестеренки. У меня есть только развернуть на полный а экран, я... выключить ты... звук и плей. Все. Погоди, ты, может быть, не в той писке запускаешь, потому что когда ты запускаешь именно. А, нет, нет, все появилась шестеренка, сорян. Она как в Твиче там есть еще авто, и да, около 1080 p там есть <avoidant> DHD, <плодствия> <плодствия> в сафарях ее не было. Реально, это шестеренки. Five ну <плодствия> DHD должно быть. У меня 270 пи по дефолту запустилось, сейчас я переключаю на 1080p с DHD, и прямо на глазах у меня должно измениться. Ну, должно, конечно, попробуй переключим. Что-то как-то лагает. Ну Походу интернет не тянет, у меня DHD. Ну, у тебя же слабенький интернет. Конечно, у меня вообще. Ну, что ты, падла, стоишь на месте-то? У меня логотип DHD уже появился внизу. А, вся хрень не появилась. Я yeah, предлагаю тебе все-таки установить браузер Chrome. <laughs> да мне есть Chrome, но что-то ладно, насрать. Дело не в этом, я еще что хотел сказать. Ну-ка. Во-первых, вот касаемо лендинга, мы же здесь с тобой все-таки про веб-разработку пытаемся что-то говорить. Правда, пытаемся, mm -hmm. но вот да. Вот эта гифка, где кораблик выезжающий, это гифка. Mm -hmm. я тут думал, там mm -hmm. какой-нибудь SVG, там тоже с помощью DPHD, ни хрена, обычная гифка. Вот так, да? То есть это претензии сразу пошли. То есть ты знаешь сейчас на больное. Вот как будто ты... У тебя давняя ссора с Яндекс, и ты вот сейчас начал вываливать, да? Вот я, да, я просто как бывшая жена, которая звонит раз в год и припоминает все говно. Да я, да ты. Вот я Яндексу сейчас припомнил просто, что вот вы уже делаете супертехнологичное дерьмо, а у вас гифка. Не, а я, знаешь... <laughs> а я с Яндексом, как бывший муж, я раз в год захожу на Яндекс Музыку и что-то там еще с ней играюсь, так сказать. Слушай, я в Яндекс Дзен захожу каждый день. То есть я-то активный Яндекса вот по идее. Но да что-то, ты... видимо, не удается. Ну да. Умкой не смог насладиться. Ну вообще, это, это интересно, конечно, то, что они что-то такое делают. Кстати, вот вопрос к нашим подписчикам. Вот когда Вышли на блюриках фильма старые, типа там Бриллиантовая рука, Иван Васильевич меняет профессию, вот это все. Э, их не просто отскейлили там с DVD, их заново переоцифровали, я имею в виду пленки. Uh -huh. Мне вот интересно, как эта технология из аналога переводить в цифру, именно когда пленку оцифровывают. Ты помнишь, нам в институте там что-то рассказывали, что там. Ну, помнишь, мы какого-то хрена там были в том месте, где нам чувак с камерами рассказывал, что там это целое дело, оцифровывать, что это супер долго и вообще и так далее и тому подобное. Вот мне интересно, с бобин. Вообще, как оцифровывать. И, грубо говоря, ну, насколько это дорого? Есть ли смысл сейчас опять эти бобины найти в 4К перецифровать? Вместо мне знаешь, быть? что интересно? Мне кажется, ты сейчас вот возьмешь опять же. Ну, конечно, ты, наверное, не возьмешь уже, но все равно. Я сейчас скажу, возможно, супер глупость, меня поправят в комментариях обязательно. Но мне кажется, не так давно, хотя, возможно, так давно, опять же, буду постоянно оговариваться, но какое-нибудь вот большое кино, большие ленты, какой-нибудь условно, ну, не «Аватар», Аватар, он, он видишь, в 3D. Вспомнился. Ну, хорошо, ну какое-нибудь очень большое кино, но не в 3D-шное кино, которое не в 3D снимать. Ну, Титаник. Все еще сни... мне кажется, ну Титаник понятно. Он снимался на бобины. Вот реально. Вот на эти круги, вот эти здоровые, но, которые. Но, но, но. Вот, 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 вот. Я к тому, что там же оцифровывали. Ну, конечно. Там же надо было Просто мне кажется, это очень дорого. И каждая переоцифровка стоит условно Warner Brothers миллионы какие-то, которые они закладывают уже в маркетинговый бюджет своей очередной новинки, потому что они же Титаник переоцифровывать еще будут. Ну вот я о чем и говорю, что чтобы пленку оцифровывать, это да. Интересно, интересно. Просто, ну, стопудово вот этот HD запустить проще, чем что-то там откапывать, заново переоцифровывать. Это стопудово дешевле, да даже переиздавать. Ну, оцифровали они в 4К бриллиантовую руку. Ее же надо заново продать в 4К на дисках, на Blu-ray. Ну, или там в iTunes, я не знаю. Ну, то есть это это вряд ли кто-то будет делать, а вот такие технологии, которые основаны на искусственном интеллекте, они, конечно, удешевляют этот процесс, а картинка типа от этого должна выигрывать. Да. Прикольно, неожиданно. Я, если честно, поставил это в самое начало, потому что думал, что это будет одной строкой. Ну что-то у нас много строк получилось. Ну сейчас посмотрим, как следующая тема. Возможно, а с... тоже думал одной строкой. А следующая и будет одной строкой. Тема с Ксакипа. Ее нам предложил Анатолий. Написал, все тем же исследователем обнаружен новый баг, приводящий к краху Firefox и всей OS в скобках Mac, Linux, Windows. Тем же исследователем это отсылка к нашему предыдущему подкасту, в котором мы рассказывали о том, что обнаружили баг в iOS и в macOS, конкретно в WebKit, в сафаревском двигании, в котором, если очень сильно засрать бэкдроп-фильтром, mm -hmm. то закрашится просто девайс, а в случае там с macOS вся операционка закрашится и там восстановится уже только типа «Ой, а вы как-то вышли внезапно? Может быть, хотите открыть заново все окна, которые у вас были открыты?» <с doit> так вот, и у нас опять же в комментариях все засрали, вот Apple, да как можно делать телефон за 130 тысяч, который крашится от теньки там простой, в который там смс-кой можно крашнуть. Там ба 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 Ну, как бы, это, конечно, здорово, что так пишут. Э -э хочется просто ответить всем этим людям, ну, не покупайте. Как бы, ну, успокойте душу, идите купите к Xiaomi, тем более, что он топ за свои деньги. Оказывается, не только Apple так могут. Firefox, компания Mozilla. Между прочим, этого специалиста зовут Сабри Аддуш. Хотел бы посмотреть, как он выглядит, но не буду сейчас гуглить. Так вот, он нашел интересную ошибку в Firefox. И если он как запустил? Как запустил? Что нашел? Короче говоря, он сгенерировал файл, содержащий очень длинное имя файла и побуждающий пользователя загружать его каждую миллисекунду. Нормально так задедосил браузер. Так, интересно. Это называется IPC Flood. inter Communication. Потому что канал между основным и дочерними процессами Firefox. То есть дочерний процесс тот, который загрузку файла начинает. И когда ты каждую миллисекунду стартуешь дочерний процесс, да, все плохо и плохо. Как здесь мягко сказано, по меньшей мере браузер начнет тормозить, рассказывает исследователь. Да ладно. Мне Костя. интересно, он так пробовал в Яндекс .Браузере? Я думаю, он все попробовал, но в каких-то моментах, ну в остальных просто там как-то падало нормально. Типа, чувак, все, забей. То есть не У -у -у. то, что просто зависало все говно в системе, а была какая-то, видимо, проверка или что-то подобное. Хотя вот такие проверки, это, ну, представь, насколько, как, как же это тестировать-то надо, это просто еще и искусственный тест. Каждую миллисекунду запускать это вот. Mm -hmm. Это только. Ну, опять же, а все уязвимости, они тоже такие полуискусственные, их там ищут с помощью каких-то автоматизированных средств. И ну, никто вручную сам не перебирает. А давай тут такую дырку попробуем, тут такую уязвимость. Ну, это смешно, поэтому. Вот, ну, это и... только хочется одно сказать: почему-то в других браузерах все нормально. Это первое, да? Причем даже в в Firefox, ну, то есть там везде эта фича, она везде так работает. Нет такого, что это только в стабильной Mozilla, в квантуме уже нет. Нет, это везде во всех Mozillaх. Самое забавное, что в винде все, как обычно, хуже всего, то есть она крашится тоже там наглухо. Аж заново там приходится вон, видишь, на картинке. Mm -hmm. Долго, короче, он заходит в винду. Вот это вот знаменитое «долго заходит». Долго вот он, заходит по, после блин. такой ошибки он долго заходит. У, Кстати, у него еще и камера заклеена. Так да, что -то, я -то тоже хотел сказать, что на, на картинке шиба с заклеенной камерой. Причем еще не то, что там, знаешь, ну я вот много видел, чем заклеивают. Где-то изолентой, где-то лейкопластырем. Вот лейкопластырь, мне кажется, самый такой прикольный вариант. Знаешь, как, как будто ты залатал дыру прям именно в ноутбуки. А тут это какой-то, знаешь, когда вот CD-диски открывал ты, и там вот этот язычок, который типа потяните здесь, он разовый, по идее, со стрелочками был. Вот uh -huh. тут наклеен такой, откуда у него. Ну, он и со скотчем может, понимаешь, такой взять. То есть это а, как ну, бы. Тоже в самом в начале скотча же такой тоже есть. Ну а смешнее всего, что это, знаешь, максимально экономный вариант. Как будто остальной скотч он на что-то более важное делал. Остальной скотч он замотал крышку этого ноутбука, потому что она тоже там отваливается, брякает там или что-нибудь такое. Должно быть по бреду. Потому что как mm -hmm. это это затрапезная ташиба, конечно. И при всем, я извиняюсь, если это ташиба автора этой статьи, но как бы ничего личного. Ты имеешь в виду, возможно, именно на этой ташибе все и крашится. Так-то все нормально. Да, да, возможно, на нормальной винте. Хотя тут десятка но с нормальной... Где больше 2 гигабайт оперативной памяти? Но это сборка от Вася, от СиДи. Стопудово. Короче, здесь все-таки более-менее одной строкой. Я знаю, у тебя есть какие-то комментарии? Что ты вообще можешь сказать по поводу того, что вот там телефон за 130 тысяч крашится от простой теньки, или там вот браузер, над которым работают 100 человек, который там супер для разработки, крашится там от имени файла. Как ну, ты на это смотришь? Давай так, я начну, начну с того, что, короче, вообще сам по себе Ксакип, это, короче, <клес> обилие, и вот сколько он, я не знаю, наверное, лет <клес> уже 20 журналов, может быть, 25, но ну, я вру, конечно, но много лет журналу, и они, а, кстати, Ксакип, это он выходил в журнале, кто не знает, возможно, все еще выходит в печатном журнале, они постоянно, из раза в раз делают такие статьи, и это круто, не, они вообще не меняются абсолютно. Это что касается Ксайки, а что касается 100 кастиков за телефон. Э, мне кажется, все, кто э, понимают вообще, в принципе, зачем использовать Apple девайсы, они давно уже, ну, не смотрят вот на такие приколы, как бы они и дальше будут использовать, и как бы их ничего не смущает вообще. Даже если уже скоро просто будет крашиться система при включении. Вот, да. Соответственно. Ну а по поводу то, что можно пропустить любые баги, это мне кажется всем понятно и так любому мальцу. Любому, кто хоть чуть-чуть с софтостроением связан, все понимают, mm -hmm. что баги пропускаются настолько на раз и настолько бывают бредовые баги, которые, ну как бы это просто да. По поводу ксакипа мне кажется, что это перепост. Ну то есть они же все равно mm -hmm. это берут. С какого-нибудь, знаешь, портала, как вот этот, помнишь, мы OpenNet-то берем какой-то, зелененький-то такой, без оформления. Угу. Мне кажется, это они вот с каких-то таких мест берут, потому что. Ну, или там, у них они подписаны на какие-то тоже рассылки. Ну, они же. Возможно. Это же, ну, этот чувак-то, который нашел, это же. ИБ-специалист Сабдри, от душ он явно не русский и не в редакции Ксаки поработал. Ну, поэтому... я понимаю, я имею в виду, они просто собирают это у себя все как, как хлам. Ну, согласен. Я думаю, это делается исключительно под аудиторию. Ну то хочешь, есть не читают конечно. люди, которые всякий раз именно. Я при тебе приехали... о чем, я да. тебя о чем я говорю, что они не меня, они стабильные абсолютно. Вот... вот как 20 лет назад откроешь, что можно было дискету взломать. Ну да, да. В этом даже есть какой-то шарм. А к по поводу того, что вот можно телефон сломать там тенькой, но это все равно, что жаловаться на то, что Ламборгини или Камара можно ломом пробить. Ну да, можно. Если можно по русской ли... дороге ехать и <с сломать. Вот да. Ну даже пневмоподвеска раздрачивается, если ездить по очень плохим дорогам. Поэтому смешные претензии. Идем дальше. Ничелентан прокомментировал, опять же, у нас на сайте оставил темку к следующему подкасту, то есть к этому. Apple removes conspiracy sites and other fake news from series suggest websites in Safari. Корпорации уже решают за нас, чем нам трахать свой мозг Feels Bad Man, говорит <laughs> Нечелентан. И, собственно, статья с 925mac.com 925Mac.com и тут пацаны пишут, что прикинь, прикинь, что делают. Оказывается, Siri, которая использует для поиска, ну, видимо, сафаевские какие-то темы, я сейчас боюсь ошибиться, потому что я вообще не знаю, как Siri работает, честно говоря, именно вот через что она ищет, как. Я знаю, что она открывает дополнительные какие-нибудь модули там, чего там, математические пакеты вот эти открывают, какие-то там, короче, когда хочешь посчитать через Siri. Вот. Но конкретно через что поиск осуществляется хрен, может быть, через Safari? Давай or. так, я тебе просто скажу: Siri suggested веб-сайт, это хреновина, которая даже у меня здесь, в Safari, есть, в десктопном, но я ее отключил. Это когда ты жмешь на uh -huh. uh, URL-бар, и тебе Siri, uh -huh. исходя из того, какое говно ты посещал, она тебе предлагает, что типа чувак. Ну, то есть. По факту, я не знаю, движок через движок Siri просто пропускается, условно, uh -huh. это называется Siri Suggested Websites, По факту, просто типа, типа искусственный интеллект, и он палит. Если ты каждый день в 7 вечера заходишь на Ксакип, то uh -huh. это как когда ты берешь телефон, и у меня есть такая хреновина э, в мультитаскинге, когда ты жмешь два раза на хрень, снизу подписано: типа время-вечер, и предлагает открыть телеграм. Правда, <связан> мне почти всегда предлагают открыть Телеграм, но это, <связан> это уже как бы исходя из проблемы. моего опыта использования. Да-да-да. <связан> вот это там Siri Suggested Apps, а вот это Siri Suggested Websites. Вот, Окей. Ну, э, типа э... рекомендованная э... веб-сайт. Да-да-да. И, короче, <связан> вот эти вот рекомендованные веб-сайты, они стали работать так, что как будто скрывают от нас какие-то важные вещи для нас. А именно конспирологию. То есть, если ты, короче, будешь искать вот через Siri, типа, веб website, он никогда тебе не посоветует конспирологические статьи. Например, если ты напишешь, вот здесь почему-то пример такой, как Хиллари Клинтон убийство, то тебе, короче, вообще выдаст абсолютно другую выдачу, если ты просто в гугле напишешь Хиллари Клинтон murder. Вот, например. И, ну и другие там, такие же приколы про Холокост, например, типа, что Холокост никогда не случился, вот тут есть такое вот. вот. И другие, короче, конспирологические всякие теории, я думаю, что и про 11 сентября, и вообще всякое такое, можете попробовать. И это странно, это странно, что Сирия вдруг стала нас оберегать от, от того, чтобы мы, как Киану Ривз, задумывались о жизни, больше углублялись в какие-то теории и... Вдруг там и про Apple скоро будут закрывать, то есть, что тенька, это на самом деле не рушат телефона, все нормально. То есть, хрен его знает, что, что происходит вообще как? Как ты mm. вот относишься к такому замалчиванию со стороны Apple? Слушай, я попробую подумать, что здесь откуда ноги или от уши растут. Я забыл выражение. Может быть, это Трамп с его супер борьбой с фейк-ньюс? И с учетом того, что он недавно Apple сделал поблажку, что uh -huh. это чуть ли не единственная компания, у которой не будет налога на то, что у нее производство в Китае. То есть он кошмарит, ну не кошмарит, стимулирует, так назовем, скобочка кошмарит, всех производителей, которые американские имеют производство в Китае, чтобы они производство возвращали в Америку, чтобы налоги платили в Америке и так далее. А Apple одна из, либо вообще единственная, либо одна из немногих компаний, которые сделали поблажку и не ввели пошлину на то, что у них в Китае производство. Может быть, в обмен на это они внесли вот такие вот, понимаешь, это нам тут сказали Хиллари Клинтон Мерди, а на самом деле там, когда ты гуглишь Трамп там гей или что-то такое, тоже ничего не выводит, хотя как бы может быть и были бы какие-то сайты, на которых есть такая информация. Но... Может быть, это. А может быть, раз мы уже конспирологические теории нам запрещают, то мы будем дальше конспирологические теории. Вдруг это какое-то тайное высшее общество, которое управляет, в том числе Тим Кук, состоит друг, у него, если посмотреть, на каком он автомобиле ездит, есть какие-нибудь обозначающие знаки, рыбки какие-нибудь, да, мышки. Ну, ты понимаешь. Ну вот, и мало ли, какое, опять же, какая там, кто кого там запрещает и так далее, то есть может быть мы про Тима Кука могли что-то узнать если бы, например, написали бы Тим Кук э рептилоид no. <нешне> ну, слушай это вот, у нас сегодня еще будет одна статья у меня где мы затронем эту тематику Siri suggests website come on, это все равно, что ты условно запретил сейчас я придумаю Запретил продавать в сети магазинов монетка мороженое от первого вкуса. Сеть магазинов uh -huh. монетка максимально не монополист у нас в городе. Их мало, их меньше всего. Ну, их как Дикси, наверное, примерно вот столько же то есть, ну, немного. И то, что их нету именно в монетках, да насрать от этого практически никто не пострадает. В монетке и так мало было первого вкуса, в магните их больше всего. Такой сейчас. Немного. То есть и также и Siri Suggested Websites. Это, ну, по крайней мере, в России мало используемая фича, мне кажется. Хотя я вот не хочу, меня это бесит. То есть я как просто человек, который Uh -huh. Ну, я не, я не себя параноиком не назову, я далеко не параноик. Я вообще иногда люблю потестировать какие-то такие алгоритмы, меня это просто интересно, как технарю. Я буду использовать слово технарь, тест на возраст не прошел, все уже. Так вот, как технарю мне интересно. Но вот этот почему-то алгоритм меня бесил. Даже не потому, что я там какие-то сайты посещаю, реально нет, а просто как-то вот... Вот это уже лишнее. Вот именно suggested сайты и так далее. Кстати, давай вместе посмотрим в настройках сейчас. Вместе с нашими зрителями, я имею в виду слушатели, просто представьте. Uh -huh. Так, 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 так. Конфиденциальность. Нет. У меня там везде, естественно, стоят галочки. «Запретить меня отслеживать», бла-бла-бла. Я, конечно, не понял. Я не знаю. Безопасность, может быть. Нет. Я не могу найти, где это есть, но где-то это, кажется, было. И я это отключал. А, может быть, это в настройках. Ну-ка, сейчас я зайду в системные настройки Siri. Все, еще буквально 10 секунд потрачено. Это системные настройки Siri. Да, потому что я вообще его отключил. Опять же. Нормально. Ну нет, стоит галочка, что вообще в Safari типа да, но у меня все просто Siri выключено, поэтому, может быть, из-за этого не работает. Неважно. Короче говоря, если бы это уже в Google, например, какие-то сайты в Google не появлялись. Вот mm -hmm. это было бы уже странно. Хотя наверняка какие-то и не появляются. Наверняка, я <с думаю, что да. да. Кстати говоря, знаешь, бывает такая тема, когда типа смотришь Google картинки по какой-нибудь теме, и там написано типа «Запрещено правообладателями не с хрена смотреть картинки». Да, 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 а что здесь-то что такого? То есть, ну, это какое-то интересное. И там именно правообладателями США, там United States и там до свидания. Или там этот, гуглишь там Александр Гончаров-Челябинск. Ну, только не Александр Гончаров-Челябинск. И там пользователь воспользовался там 15 поправкой там, к такому-то закону и попросил удалить Google всю информацию о нем. И как да. там две ссылки всего выдают, то, что там Александр Гончаров гений и еще там какая-нибудь. И все. И ты понимаешь, что уже, да, уже начинается вот это вот регулирование, уже нету того лихого интернета, но вообще, опять же, а вот, ну, хочешь конспирологических теорий, иди сразу в Даркнет. Там этого... Да до хрена, поэтому, ну, я к этому отношусь как к тому, что мы живем в век корпорации, мы используем проприетарные технологии, они полностью принадлежат этим чувакам, и как бы все, они что хотят, то и делают, конец истории. Ну вот они и начали делать, так скажем. А ты-то сам как к этому относишься? Или тебе похрен просто? Не, ну мне как бы не похрен, но в любом случае, что как раз-таки вот если бы было все полностью открыто и тем, и тем, и любой технолог... Понятно, что они что хотят, то и делают, но э, таким образом мы можем докатиться до прошлого подкаста, где мы рассматривали э, китайский фаервол. И тогда мы не сможем сидеть в некоторых... Как мы уже перестаем сидеть в некоторых мессенджерах. И... Ну, в общем, вы знаете все. Мы не перестаем. <свист> 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 так вот, следующая тема Нам ее предложил Грюнтик Причем он нам ее предложил еще к прошлому подкасту Но как вы помните А, не, хрена это не к прошлому Какая-то была из прошлого <свист> Блин, дерьмо Ладно, я сейчас просто всем втюхаю Что у нас на uwebdesign.ru Можно предлагать темки И вы да, просто можно? заходите на uwebdesign.ru и сразу справа в сайт-баре вас встречает большой пост темы к ближайшему подкасту. Заходите туда в комментариях, либо анонимно, либо предварительно зарегистрировавшись на сайте, оставляете какую-то ссылку, и она с большой долей вероятности попадает к нам в следующий выпуск, и вы балдеете от того, что мы обсуждаем вашу темку. Так вот, Грюндик нам написал, почему регулярные выборы — это хорошо. И дает ссылку на ВКшку, причем на ВКшке... Да что ж такое-то, а? Коты так громко играют, что я даже не знаю, какого хрена. Совсем уже охренели. Так. Mm -hmm. Ссылка на вакашку на паблик Челябинские чистомены. У нас здесь рубрика Урбанистика. Мы в рубрике Урбанистика разговариваем про Челябинские всякие штуки. Так сейчас сегодня mm -hmm. не кину чем-нибудь. Это невозможно уже. Пульверизатор работает лучше всего. Ну, так вот. Челябинские чистомен это что-то вроде челябинских урбанистов, только... только другое. Причем вот этот чистомен... Ты вообще Никита в теме был или нет? Это же, типа, уже старый супергерой, вот этот в зеленой маске. Он уже, как бы, года два назад у нас был. Честно говоря, не знал, к сожалению. Я вот сейчас смотрю, а где в зеленой маске именно? Где видосик? Вот посмотри «Коуб». Я просто, видишь, открыл именно пост. Ну. Я такая пост-пост. Я, пост, пост. я и такая тут в посте. Мета, мета. И тут в посте не особо какие-то видосы. ты открыл пост. И там в конце же. Ну, две ну закрепки, видосик, да, видосик, да, чувак клуб. в зеленый этой. Но я вот. не видел такого. А, ну, нет, окей, я, видел. я даже на улицах города его видел, причем где-то три дня назад или четыре. Он там так. на Кировке что-то снимал. Поэтому. Ну, я-то, видишь, как подписчик 74.ru, я в теме всякого говна такого, Челябинского, поэтому... Так, хорошо. И что скажешь? Чистомены. Я скажу тебе, что чистомены, они не просто языком ворочат, они дела делают. И в минувшее воскресенье, а это новость от 1 октября, это свежечочек, они убрались в пруде девичьи слезы. Причем я почему эту тему вообще... нас есть такой, да, пруд? Вот я сам не знал, а я посмотрел, и это рядом с тем местом, где мы с тобой э, и с Санькой Ефремовым, около молнии на энергетиков, где сквер семьи, помнишь, да, ставили сцену, когда там праздновали mm -hmm. открытие этого сквера семьи. Вот если от него пройти чуть-чуть в сторону Гагарина, но не по э, Руставели, а типа mm -hmm. по дворам, то там во дворах пруд вот этот. Ни хрена, то есть я еще и Ленинский не знаю, ни хрена вот вот Я-то я думал, ты мне сейчас скажешь, Пфф, так, Санек, я там практически рыбу ловил Ну там, правда, не рыбу, а покрышки, Я там случае. покрышки <с ловил, да, и жег потом после этого Но вообще, нет, слушай, надо просто вот реально ознакомиться как бы с Ленинским-то Ну окей, так, дальше чем? Ну, в общем, они его почистили там какой-то совет депутатов им там что-то написано пару сотен несколько сотен рублей за работу им дал я ну очевидно что реально не тысяч а просто сотен тем более что там на картинках реально ну подростки то есть чуваки им там до 20 лет мне кажется они крутые они там убрали 15 покрышек какие-то кастрюли ведра ботинки вентиль сани Провода, ящики, бобины под сварочную проволоку. Ну, это уже... Понимаешь, с учетом того, что у нас сейчас мусорный коллапс, как это принято называть, у нас их все равно не вывезли, поэтому лучше пусть сдали. Ну, вообще, да, парни похожи на один из этих парней, как будто из Ирландии, то есть вот который в зеленой футболке представлен. Да, да, он еще с вот, с рыжей. Тот, тот парнишка, который поменьше, я буду его парнишкой называть, он как будто из э, того видео, где э, чувак э, показывает, что трахает американских военных. Согласен, да, то что Вот. Если кто-то знает этот мем, плюс в чай, как говорится. Вот, это третий чувак, ну вот это чисто челябинский чувак такой дефолтный. Он причем на Борьку похож, который с нами учился в институте, если ты помнишь. Ну, хотя это смешно было бы, если бы ты не помнил, это я, я бы уже перекрестился. Но о, реально я почему Я бы сам Борькой кажется, что... был бы, если я не помню, если бы я не помнил. Там причем по а -а -а. бреду еще фотки просто около подъезда в бутылке стоят, пакет лежит. Обрати внимание, обрати внимание, количество мусорок на один квадратный сантиметр около чистых прудов этих, из слезы, слезы слезных прудов, девичьих слез. из 68 чтобы я понимал? Потому что на, на большинстве я одной первое, вот, не Первое, вот первое, я а, не шучу. Первое? Если ты зайдешь в пруд девичьих слез 30.09, ну, ты ну, просто ну, ну. посмотри, сколько там мусор. А, вот эти зелененькие, йо, Да, Я Зеленень... даже не заметил, что это мусор. Представляешь, у нас, на самом деле, в городе так мусорки не стоят, если вы вдруг подумали. Ну, видимо, это... депутаты реально этим прудом занимаются. Они сначала мусорки поставили, но... Покрышки сами не телепортировались из воды в эти мусорки, тем более что пришлось здесь. звать ирландца, чувака, который трахает американских военных, и челябинца. Такую команду мстителей пришлось вызывать. Вот это и есть челябинские чистомены, причем написано совсем скоро планируется уборка на берегу озера Тургояк. Тургаяк это одно из самых чистых родниковых озер у нас на Урале. И на самом деле я там был последний раз, я правда там был в году в 2008. То есть 10 лет назад. Но там достаточно чисто. То есть, ну, наверное, там есть какие-то публичные берега именно. Mm -hmm. И на этих публичных там супер засраны, и вообще все плохо. Вот, это, это круто, это хорошая инициатива. <coughs> и тут причем написано, что, оказывается, этот пруд был раньше вырод монахинями местного монастыря для своих хозяйственных нужд. Mm -hmm. У нас монастырище там, оказывается, в Ленаре было. И причем, когда я смотрел по карте, где это находится, там действительно, если по Руставеле ехать к машиностроителей, там справа будет вот этот вот перелесок. Вот этот перелесок называется что-то типа монастырская там ложбинка. Не ложбинка, конечно. Ну, какое-то русское слово. Выемка. Я ну, просто, я не знаю. Вот, то есть там какие-то... Я почему вообще... Я искренне думал, что ты мне сейчас расскажешь практически у костра байку, и про Давай этот так. Крут... Я никогда не тусил там много. То есть, если я там и тусил, то только очень-очень маленький. В угу. основном я же тусил на КБС конкретно. Угу. И ну, это просто вот. пешком до КБС, не сильно далеко, но. Да. Не, ну, не сильно, но знаешь, это такое туда идти, как бы. Вот, поэтому я, честно говоря, не помню, что там происходит, тем более пруд и тем более церковь. Возможно, когда я там был, там церкви еще не было и, ну, в общем, ты так понимаешь. нет. Во-первых, монастырь, во-вторых, его и нет. То есть это, а, стоп, вот это синяя как это церковь, нет? ты имеешь в виду? Да, там вот какая-то это... из Сайдинга церковь практически да, сделана, да, да, Из да, мол... да. Молдинга уже знаешь говорить вот этот. Из профнастила. Из профнастила какая-то церковь. Не знаю. Ну, слушай, да, крыша у нее заново крыта, хотя у большого здания старая крыша, а у, у флигеля, будем говорить, вот у флигеля профнастилом, тест на возраст не прошли, опять же, стопудово. Ну, я молдинг уже, когда сказал, я не прошел. Вместо молдинга могли бы э, шины убрать, так сказать, ну, это ладно, в общем, мы не будем Ну, говорить. в общем, вот наняли за несколько сотен пацанов, они все сделали. Пацаны, мужики, вот реально, Только мужики, лишь, мы пацаны, скинуть, согласен, это. согласен. Что, дальше, идем дальше у нас, да. дальше следующая тема не про не про челябинск не про челябинск поджигаем пердаки. кастан прокомментировал не костяна кастан именно ну чё как вам отступы у заголовков потяны они там будто бы специально поджигают пердаки дизайнеров такими казалось бы банальными ляпами как отступы сайт делали 339 дней говорят и здесь на серия статья про, ну, вы сами знаете, какой сайт. Может, не будем там вам намекать, как бы напоминать, но э, студия Артемия Лебедева редизайнула KFC сайт. А KFC, как вы знаете, это <кхе> э, фастфуд с курицей. Kentucky Fried Chicken, если кто-то вдруг... Кстати говоря, я только сегодня э, задумался, ну, точнее, короче, э, в Вики я прочитал, что Subway, знаешь, почему называется Subway? Mm -hmm. Вот просто давай. Вот, вот что вот ты почему, давай. Знаешь, почему Первый Subway был в метро, реально. Я что тоже там... так же подумал. Я тоже абсолютно обыденную ну, такую очевидная хрень. хрень. Да, да, да. Не очевидная хрень. Знаешь, какая? На самом деле почему? Потому что. Потому что субмарины от слова Subway, от слова субмарина, они такие кругленькие, ну, овальненькие, как субмарины, тебе в ротик залетают. Вот а это, мне да, кажется, я после понимаю. После этого уже. Это знаешь, именно легенда о, о Легенде, что называется, уже придумали не, не, не. после это на этого. Это красиво было. Прям на Вики в ротик залетает. Ну, может быть, и так. Хренозно. Короче, KFC, тем не менее, поджаренная курочка из Кентуки. Знаем, мы, как она образовалась, как там этот его. Полковник Сандерс. Да, таблица Менделеева, полковник Сандерс. В общем. Ксандерс именно. Ксанакс. И, в общем, он на самом деле сделал великую вещь. Он реально придумал рецепт курицы, который все еще всем нравится, все ходят, кушают. И э, кто-то деньги зарабатывает. То есть редизайн, делает редизайн сайтом KFC. Кстати говоря, э, я тебе скажу, очень сильно похоже на любой, в смысле не на любой, а похоже на то, что у них внутри ресторанов быстрого питания. То есть полностью брендинг соблюден. Если уже как бы начинать рассматривать. Полностью соблюден. Стайл гайд, все как надо. Шрифты, короче, большие буквы везде, капслог включен везде. И самая главная страница, если вы его сразу нажмете, просто kfc.ru, я как раз то он, тут и сижу смотрю. Ты на ней, да? да вот, да. да. Ты, ты сразу увидишь длине, длиннейшее меню, потому что у тебя сразу же как бы включена по умолчанию категория «все меню». Uh -huh, uh -huh. Кроме этого, важно, ты увидишь э, топ-меню такое, где меню, акции, купоны, рестораны. Э, uh -huh. И увидишь такие главные вещи, которые происходят в ресторане, собственно, то есть что у них есть доставка справа. Кстати говоря, KFC славится своей доставкой. Они в отличие от Макдональдса действительно сами доставляют, но имеется в виду, что Макдональдс только там через этих лиц можно доставлять. Mm -hmm. Вот, а KFC сами. И Может быть, это ну вот темные франшизы. Возможно. То есть я тут не берусь знать, mm -hmm. как про Субмарину. Короче, темные бургеры это сейчас сезонное. Мы понимаем, что сезонные. Вот есть акции какие-то типа новые предложения прикольные. Это все сразу нам бросается в глаза. Но если ниже проскроллим, там будут типа такие категории. Можно отсортировать по категории, можно посмотреть все меню, которое так э, с каждым разом уменьшается и уменьшается, уменьшается от самого важного к самому, ну, такому посредственному. То есть к воде, к э, завтракам, которые бывают не всегда. Вопрос возник, почему напитки в самом конце? Или типа их в любом случае возьмут, что их рассматривать. То есть, Конечно, -то... да. Ну, напитки это типа само собой, тем более, это не сама KFC компания делает, а Pepsi, Sivana, Mirinda, Lipton и так далее. Вот. Mm -hmm. А тут-то все-таки те самые, что делает KFC. То есть хот-доги, острые шеф-бургеры. И что шеф я хочу сказать, читаешь, я шеф-бургер всегда читал. Ну, или шеф-бургер, без разницы, Самое главное всегда именно. Всегда именно читал, он только недавно появился, но ты его всегда читал. Так вот шеф-бургер, короче, темный Не, ну, стоп, бургер. стоп, я вот еще раз брал. Да? Отвечаю. Ну, значит, он, возможно, он давно уже. Возможно, он давно. Тут, темный написано, легенд, бургер, по крайней мере. Ну все, это хорошо, легенд. Что хочу сказать сразу же? Сделано абсолютно в традициях, в традициях фастфудов, во-первых. Во-вторых, есть ли давай проверим, есть ли мобильная версия? Хотел сделать команд Alt и, но не так, мне нужно нажать. F12 я нажму. F12 я нажму. Есть. Да, есть мобильная версия, абсолютно замечательная. Вот. Кстати говоря, в мобильной версии все категории сразу сожмякиваются до квадратиков на главной. Зацени. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, вот. да, да, и, короче, тут вообще прям хорошо все. Что я, я еще хочу сказать? Я пока хочу сказать, пока ты не начал высказываться, опять же. В целом мне все нравится. мне нравится, что все товары сразу приведены. В принципе можно запутаться, хоть здесь есть главное предложение. Можно запутаться, можно охренеть от количества, но если не тупой, то найдешь, что тебе надо почитать. При нажатии раскрывается спойлер справа такой и можно почитать про бургер конкретно, про жрачку и что там сопутствующие материалы. Смотрите также. Я походу тупой потому что, например, Сандерса нету. Например, Сандерса нету. Это... Был раньше такой биггер, И... его тоже нет. И похоже, что, У возможно... Них какие в меню произошли. Возможно, что в натуре их нет, я не знаю. Я, видишь, не представитель, к сожалению, KFC, не могу тебе ответить mm -hmm. точно. Mm -hmm. Вот, но... но вижу, а ты, что в натуре нет. Ты еще хотел что-то сказать. Короче, не... просто я по своему экспириенсу, я вот недавно брал в KFC пожрать, Угу. Причем я, как антисоциальная мразь, постоянно беру через терминалы. Я тоже и просто была... Потому что без знал. Это же безнал, быстрее, антисоциальная удобнее. мразь, а в третьих можно потупить и посмотреть всех. Потому что на кассе так потупить не получится. Тебя будут торопить, сзади будут стоять, спереди будет, а что вам предложить, а это с такой курочкой, это с такой. Мне вообще не интересно. Тебя слушать, я хочу повыбирать. И значит, короче, я стоял и просто охренел от того, какие плохие экраны, во-первых. Или, возможно, это плохо написанное ПО, во-вторых, на те, в терминалах конкретно. То есть это никак к сайту и Артемию Лебедеву не относится, в частности. Но э, конкретно, короче, вот это будем тоже поменять. Потому что в терминал, э, вот у нас, в, э, который рядом в кинотеатре, короче, в Урале, KFC, uh -huh. а у нас uh -huh. где-то еще, есть... да, где еще есть KFC? Да, у нас где-то еще есть KFC. Короче, именно там, по крайней мере, терминал. То есть я, короче, пытался скроллить, и там именно как будто сломанный скролл у терминала, а там еще очень много жрачки в одной категории. Например, в бургерах там надо скроллить, реально хорошо, причем. И, короче, вот ты скроллишь. На сайте, сайте почему-то всего сколько это. Да, 7 да. бургеров. 8. Какого хрена? Ну ладно. Не знаю, не знаю, не знаю, да. И, короче. Я говорю, и я такой, типа, скроллю, случайно кладется в корзину. Случайно, короче, открыть. Ну, к... Ой, ну, очень плохо. Я прям именно. У меня чуть жопа не сгорела, реально. То есть я прям стоял и, короче, такой думаю: ну, твою мать, вот именно поджигают, как там было написано: пердаки. поджигают, пердаки поджигают, да, Пурда... пердак, пурдак, поджегся от э, терминала. вот. Но в целом, сайт, на самом деле, вы мне хотите сказать, что, наверное, плохо. Судя по комментарию от э, Кастана. Но мне на самом деле не противно. Мне нравится, что они сделали простейше по американски. Очень понятно. Очень большие буквы везде. Очень для тупых. Очень фастфудно. И везде, где надо было прилепить шрифт вверх, чтобы он прям был по границе, они сделали везде. Ну, видимо, это брендинг KFC, как бы как вы видите, KFC тоже сливается с самим. Ну, логотип. Так вот именно. Я просто, ну, мне максимально нравится. Во-первых, я бы даже не подумал, что это Лебедев сделал. Я бы подумал, что это какой-нибудь просто уже. Ike Ты просто не сделал. видишь логотип Яндекса, да? Че еще раз? Логотип Яндекса просто не видишь. Какой-нибудь, знаешь, поэтому не подумал. Ну, как бы нет. Просто и оно и не нарочито плохо. То есть оно реально круто. А у тебя есть отступики? Вдруг это у меня только в хроме. Отступики между каждой карточкой. Есть? есть. У вот у них как бы такие белый маржин ну, такой. Ну-ну-ну. Есть. Ну тебе как, норм? Или Вообще лучше норм? бы, чтобы они сливались? Нет. Я прям, чтобы ты понимал, все время, пока мы это обсуждаем, я как mm -hmm. раз таки целился курсорчиком в эти маржинники и балдел. Мне прикольно было, что есть место, где нет ховер стейта. Ну то есть, где нету хувера на, на одну из карточек. Я именно mm -hmm. просто балдел и лабиринтик водил, и вообще прикольно было. Мне еще нравится, что это дефолтная анимация с какими-нибудь коу дизайн, какие-нибудь там, ну ты понял, короче, дефолтная. Да, понял, Да, самое дефолтное наведение, которое может быть, да. Да, то есть нижняя панелька въезжает, а это увеличивается изображение, то есть прям. Вот ну, конечно, не так. Это не так, потому что здесь и цена сверху еще, которая не увеличивается. Ну, в общем, в принципе, тут э, другая немного анимация, чем дефолтная, но тем не менее. Ну, просто цена, она отдельным спаном сверху висит с позицион-абсолютом, и все. Ну, возможно, возможно. Блин, гениально. Те, кто не понял, что отступы — это брендинг KFC, вы просто дебилы. Ну, то есть, я не хочу, как бы, но. но не хочу никого оскорблять, но кто не понял, дебилы просто. Просто вот обрати внимание на бэджики, которые слева сверху. Смотри, Big Hunger есть. Вот это на правом темном бургере, который двойной. Это что, гора и небо? Типа, у тебя ор выше гор, только голод выше гор. Правильно понял я? Большой голод, типа? Ну, big hunger. Кто-то, кто ну, за 259 рублей... Ну, если очень голодный, ну, хаваешь нет, Я понял. Я имею в виду, почему гора? Потому что голод выше гор? Типа, настолько ты голодный? А ты уверен, что это гора? А а чё, это, это вообще... <головок>? Может быть... Пакман да, может это? быть, это... Да, кушающие. Ну, в смысле, ты понял. Это Пакман, хочется Хочет сожрать бургер. да. Твою мать. Но вообще... Город, хорошо. Возможно, это я под наркотиками, и на самом деле это гора, и типа в натуре... Ну, хрен его знает. Типа зараза Пакмана тоже теперь понравился. Он же жрал вообще-то всю игру. То есть он точечки-то сжирал. Да, я понимаю, я понимаю, но... Мало ли... Этот, и там, где смарт, обрати внимание, там лампочка. Типа идея пришла. Да. А в чем смартовость ты, чизбургера, например? Ну вот ты джинниус. Ты, ты пошел как бы в KFC, а взял чизбургер. <laughs> ну он как бы один хрен с курицей здесь, а не с говядиной. Ну, просто... Причем доступно только в ресторане. То есть на заказ да, чизбургер это, нельзя взять. Я хотел с тобой это уже обсудить. Есть ли смысл вообще вот ну как бы давай пофантазируем? Мы с тобой не маркетологи ни хрена, хотя ну как бы может быть ты, ты себя мнишь маркетологом, я точно не. Я да. Так вот, есть ли смысл делать позиции, которые доступны только в ресторане или там доступны только там, я не знаю, да. по субботам? Какой-нибудь такой бред? Я уверен, что есть смысл, потому что это просто как бы сейчас тебе сейчас пытаюсь сформулировать это просто знаешь сюда люди заходят возможно вообще посчитать калории знаешь вот это вот все узнаешь что чеддер есть внутри чизбургера им похрену <coughs> им э, неважно уберешь ты отсюда или добавишь надо чтобы полный ассортимент был ну знаешь ну так я то и хочу сказать что так вы и доставляете все это как мы с тобой обсуждали неделю назад, что если сильная власть, то ей не надо запрещать там какое-то дерьмо. Вот если вы уверены, так сказать, в продажах своих, то вы доставляете все тогда. Что, вы думаете, что вообще к вам никто не придет в ресторан, если вы чизбургеры начнете доставлять? А ты думаешь это... из-за этого? Я не знаю, почему они убрали... Ну, то, то есть, есть варианта два. Первое они хотят оставить проходимость ресторанов, чтобы все как ленивые двари не заказывали. Это первый вариант. Второй вариант это они э, элитарность чизбургера увеличивают. Его, как бы, никто не берет. Они такие, блин, сделаем, что его берут только в ресторане. И все придут в ресторан и попробуют: блин, что же это такой чизбургер, который только в ресторане дают. И чизбургеры вуаля начинают брать. Просто обрати внимание, из бургеров это единственная позиция, которая доступна в ресторане. Всякий бред, типа там лонгер рус, это как бы окей. Это уже, ты если упоролся, ты пойдешь и пешком дойдешь. Или там uh -huh. боксмастер бокс бокс-мастер с беконом. Обрати внимание, uh -huh. все позиции с беконом доступны только в ресторане. А yeah. может быть, это какая-то, типа, пока едешь, он испортится, пока тебе доставляют. Я имею в виду, это о нас заботится. Это типа, что ты будешь недоволен этим, Пытаюсь, конечно, как-то выгородить, потому что твоя хреновина маркетологическая слишком уж правдоподобно звучит, но хочется выгородить KFC. И последнее, посмотри, вот напитки газированные они сверху, а кофе внизу. Да. Знаю. Причем оно еще доступно только в ресторане. Вот. А видишь? Но Ну а опять это... же, тоже пока тебе доставят, будет холодный кофе. Ну главное, с ко И с мороженым и с кофе я до газировки только в ресторане. Какого хрена? А там люди кастают. Ну, камон, это как <laughs> Да нет, странно. просто хреновина, которая делает доставку, она не наливает, я не знаю. Ну, короче, бред. Я Все, ну, у меня есть, уже нет да, аргумента. Если, это по, по нашей старой традиции, если ты ищешь заговор, ищи на самом деле халатность. Вот у них, типа, ресторан доставки — это отдельная хрень, в которой просто нету автомата с водой. Все, конец uh -huh. истории. Вот как, какая-нибудь такая хрень. Причем это ваш регион Челябинск. Ну-ка, давай я сделаю Москву. Интересно, там. Я у, меня, у меня регион Москва стоит, и у меня это то же самое абсолютно. Ага, то есть, тут <как> ничего <как> от этого не изменяется. Ну, ладно. Угу. Короче, Лебедеву респект, он крутой. Кстати, а ты пробовал? Ну, я очевидно, что нет, угу. но пробовал ли ты заходить на? Делали вот так и там именно artlebedev.ru slash kfc slash pro. Я, я заходил и то, и другое. Заходил на самом деле. Очевидно, конечно, что нет, но я заходил и на описание, и на процесс. Ага, ну тогда я и... публично извиняюсь. Я думал, что... Я бы не зашел. Не, я зашел туда, и тогда, я посмотрел, что у него там написано. У него там особо ничего такого написано. Он просто сказал, что мы брендинг сохранили, все такое там ничего каких-то важных таких вещей не было, там что-то, что понятно все сделали, круто, в корзину кладется кнопки классные, ну сам себя славил, что теперь все классно Супер. кстати, смотри-ка, у них и было похоже, вот эти маленькие размеры, И, кстати, обрати внимание, старый сайт тоже лебедь сделал ну то есть они прием... Причем в 2017 году, то есть они через год уже переделали, так круто сделали, что через год переделали нельзя, конечно, ну, может быть, бабки? Ну, давай так. Стало сильно круче. Мне прям нравится. Я реально... Мне кажется, это удобно. Когда ты заходишь, и сразу гигантское меню. Согласен. Ладно, не будем долго на этом сидеть, хотя мы и так на этом максимально долго уже сидели. Гуглу исполнилось 20 лет. Такая сегодня новость, причем нам ее никто не предложил. Хотя, в общем-то, событие достаточно знаковое. Это было 27 сентября. Mm -hmm. И да, перед тем, как говорить про Google, я расскажу про Smart tape потому что как-то надо привязать Google к смарт но я не могу придумать. То есть, если вы хотите построить свой Google. То, скорее всего, вы должны начать с хостинга на smarttape.ru. Переходите на дизайн.ру/smarttape, Там есть наша реферальная ссылка. Можете нам помочь таким образом. Это действительно круто, если вы нам так поможете. И да, там все очень дешево, бесплатные, бесплатно, к сожалению, ничего нет. Хотя нет, есть бесплатный пробный период. Это до... он только сыр в мышеловке ты должен был сказать. Вот и еще пробный период у смарт -тейпа. В зависимости от услуги, он разное количество времени, то есть там vps дают пощупать по неделю-две, безлимитный хостинг 30 дней. Короче говоря, пощупайте, посмотрите, попробуйте. Пощупайте, когда говоришь пощупайте, кажется, что ты 15 лет назад в хакере пишешь в журнале, что мы там пощупали новый ботнет, новый эксплойт. Я думал, ты именно с этим поинтом и говоришь. Ну, я да, я просто, опять же, тест на возраст не прошел, я только к этому. Короче говоря, smartape. Если хотите, можете нам помочь таким образом, будет очень приятно. Так вот, Google исполнилось 20 лет, новость на хабре. И, ну, 7 тысяч миллионов раз видели оригинальную страницу Google. Вот это mm -hmm. вот. Так, причем поразительно, да? То есть здесь как с KFC. Если смотреть на гифку как менялась главная страница, то почти никак она не менялась нахрен. То есть тут вот ну, гений. То есть ну вот настолько, даже если ты тебя заморозили на 20 лет и ты перед заморозкой успел зайти на бету Гугла, попал сейчас на нее и такой, о, я на Гугле, все норм. Не нет такого, что, блин, куда я попал? Очень похоже, очень похоже. Почему-то у меня гифка авто не проигрывается, а вот запустилась. Ну то есть реально, я думаю, что мы активно. Я прям увидел, как они Google Plus добавили в какой-то момент. Прям вот видно это, то есть у них сколько-то ссылок одинаково, триста внизу всегда ссылки было, и потом, ну или там, и потом бац становится именно на одну больше Google Plus да-да-да, потом вообще убирается. Короче, я посмотрел ролик, который они сами сняли на YouTube максимально вообще какой-то. Беззубый. Говно? Беззубый тупой ролик. Говно, какой тупой. просто, да, максимально толерантное говно. И генерал, и дебил-генерал. Ой, даже не буду его включать. Намного любопытна праздничная страница. Вот смотри, есть ссылка «Специальная праздничная страница». И вот тут я бы обратил твое внимание, что тут сразу скажу, что вообще здесь. Здесь выбираются категории, Uh, Actors, Animals, Sport Cars <laughs> и, и прочие TV-шоус. И можно смотреть за всю историю Гугла, что гуглили больше по этим категориям. Круто! Uh, могу, давай вот из любопытного. Во-первых, Sport Cars. Сразу переходим. Я матрикс думал, The Matrix точнее. The Matrix это я скажу тоже, но вот Sport Cars в данный момент меня интересует. А, а как ты об... вообще добился? А, у меня Филмс выбрано, Да, у тебя выбраны Филмс. Именно на хабре нас ссылка на Филмс. Вот. А можно выбирать Sports Cars, и ты видишь, Без что проблем, да. первые две строки тупо Шевроле. Камара и Корвет. Ну, они там поменялись. Корвет до 2008-го был, а Камара после 2008-го Это великие американские автомобили все-таки. Вот и Ford Mustang, еще один великий американский автомобиль на третьем месте. Да? Да, да. да. На четвертом месте немецкий, Porsche 911, потом еще один немецкий Audi r8. Причем Audi r8 только с 2007 года начали гуглить. Я, честно mm -hmm. говоря, в Audi не разбираюсь, может быть, она только в 2007 году появилась. Ты представляешь, какая, что такое r8 вообще? Ну, это помню, такая полуспорт полу да, это уже так, все. Это, так, какая, так это же Какие хоккейсы с... челябинские, ну да, да, я понимаю, но все равно как раз она долго очень стояла около Урала, про который ты говорил. Там да, была да, да. белая Audi R8 с черными вот этими дырками. Около вот там хоккеист какой-то ездил, опять же, наш а, да. Я, когда увидел Комары и корвет я думаю, подождите, а почему Dodge Challenger нет? Нет, Dodge Challenger есть, вот он под Audi R8. 2010-го его только начали гуглить. Просто, на мой взгляд, Dodge, Dodge Challenger и Chevrolet Camaro — это тупо два одинаковых автомобиля. То есть они, ну, посмотри, они выглядят оба одинаково. Ну, они типа... В как обоих... бы одной эпохи, одной, одного вкуса, стиля, я не знаю, одного рынка, я ну бы да, даже так да. назвал. Чи чисто тачки масл кары из трансформеров, да и, собственно, на Ford Mustang последние, они тоже похожи. Тупо 800 был, задний привод, газанул, просто на месте про. Бру -бру -бру -бру, и, и все. То есть на таких надо еще уметь ездить на самом деле. Это вот не просто сел и поехал. бугати Вейрон, там как-то робко был с 2008 по 2015, ну там. Можно еще смотреть всякое. Вот спортс а где? Давай не спортс. Давай не спортскарт. Да нет, давай Songs. Давай, Или что давай Songs. Я заготовил давай просто songs. несколько... Я почти все посмотрел. А, ну я давай заготовил songs. Несколько давай. откровений для себя. Самая про гугли, гуглимая песня это Е. Ашера. Е, 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 вот это, блин. Ну она как? Охрана. Она просто на пике сейчас? Она просто сейчас на пике? А возможно, она мема сейчас просто. на пике. Она сейчас на пике, в 2018. Ну понятно, но какого хрена? Песня была я... популярна, когда еще рингтоны через вап подписки Ну я э тебе о э чем говорю. <laughs> возможно, возможно, потому что это мемовая, хотя я не слышал. Но возможно сейчас как PewDiePie просто э рассматривал в последнем ролике, вот и популярно. Ну это... Обрати внимание, Pitty кажется, году в 2013-м ее начал рассматривать, судя по графику, и все Сильный, рассматривает, и больше и, и Все, и все и больше. рассматривает и рассматривает, да. <laughs> Потому что, ну, вот тот, который всплеск 2000 в 2000-х начале, ну тогда реально эта песня была популярна. А сейчас это, конечно, да. Кстати, угу. самая популярная песня 2014 -го года Бритни Спирс Токсик по бреду. Самая гугли ну, гуглимая. Норм, норм. Вот халилу, аллилуйя, халилуях именно уже читать. Халилуджах. Да, точно, халилуджах. Это самая гуглимая песня Рождества, наверное. И она, кстати, в 2017 была самая гуглимая, в принципе. Потом какая-то Хейла, я не знаю. Ну, это, видимо, Xbox. Это просто Microsoft заплатили, чтобы Xbox игры продвигались. Понятно, так. Вот. Но вообще Beyonce это. Beyonce Хейла. Не слышал даже про такую. Потом «Мерси». Mercy? Это, видимо, Overwatch заплатили за продвижение oh. своего персонажа Мерси. <laughs> так. Let it go, это я уже знаю. Не, кстати, ни хрена ты не знаешь. Я тоже думал, что я знаю. В смысле, Нет. ну это, наверное, из мультика. Или Но не это не Битлз. Битлз. Это да, я группа понимаю. Frozen. Да, я говорю из мультика Фроузен. Это, да. Да, это я знаю. Это полумемовое, полу просто популярное. Окей. Лавстой. Окей. Я, я не знал. Тикток по бреду был. Кеши. В 2010-м и в 2018-м. В серединке. Видимо, в 2018 году. Он, он хороший, на... он хороший был, да, Согласен. Я Трек крутой. Gangnam нам ставил в 2012-2013, был самым гуглимым и медленно, но О. верно, спадает вниз. Эх. И старичка забыла. Здесь еще шанделер от Саи закрылось немножечко. Слушай, а где 3 сентября? <laughs> я просто ищу и... И что-то как-то... Каждого 3 сентября должен быть всплеск сильнее, чем у Ашера. Rollin' in the Deep с 2011 по 2013 Raving. падал. Это да, это помню. Было-было. <связывая> Короче, это все окей. Сейчас самое откровение для меня было, это... Сокер-плеерс, давай. Ну <связывая> давай сокер-плеерс, <связывая> я думаю, там банально. <связывая> Нет, я просто <связывая> думаю, что ты и скажешь, вот для меня было открытие, и ты заходишь, и там Нет, просто... Там <связывая> просто Неймар, Криштиан Рональд, Бекхэм, Месси и Рональдини. То есть там ну, максимально это, банальный как бред, капелле. как в тачках, все годы одно и то же. Согласен. Да, давай скажи, куда зайти, что тебя поразило. Экторс. Давай. Должно давай. было Брэд быть Пи Брэд тоже Питт. Меган Фокс. Одинаково. Меган Фокс. Кто про нее вообще еще помнит? Меган Фокс очень популярна, на самом деле актриса. Тут Она между прочим бисексуальная. <laughs> Я тебе хочу сказать. Ну, слушай, она Это как... важно, конечно, это важно. Вот, но она, во-первых, снялась в таких великих фильмах, как Трансформеры и Черепашки Ниндзя. Ну Трансформеры помню, Черепашки Ниндзя даже не вспомнил. Ну да, вот и, к сожалению, я тоже больше ничего не помню, но возможно еще какие-то. Но это не популярнее. тянет на первое место, это странно, это реально очень странно. Но она очень, как тебе сказать, ну. Очень такая дефолтная актриса, ну которая вот Просто использует. на втором месте Анджелина Джоли еще одна очень дефолтная актриса, которая все время где-то в топах. Между Но она, и Но она, допустим, местом. много где снималась реально. По сравнению вот, с, вот с Меган. Именно, с, с Меган вот Фокс. Я и что и говорю? Она, в отличие от Меган Фокс, хотя бы тянет. Сандра Буллок тоже. Она тоже, тоже очень бы, много это, где снималась. сколько. -то. Джессика да. Альба тоже, кстати, три года подряд была самой гуглимой. Тоже у нее послужной список тест на возраст. Uh -huh. Uh -huh. У него больше большой. Гальга Дот. <laughs> Два последних uh -huh. годика. 17-18. Ну это, да, да. Марго Margot... Робби тоже два последних, три последних года. А Марго Робби где, напомни? Это, ну, в Suicide Squad, в Wo Волке с Стрит, короче. Точно, Волк с уолл Стрит. Хит Леджер был. Том Харди. Хит Леджер. Хит Леджер был в 20... 2008-м, был самым Ну гуглимым. понятно, это был Джокер. Да, 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 uh, да. Скорее всего, потом он умер, и... Вот, только сейчас он снова всплыл почему-то. Чак Норрис ну, как бы всегда как бы вот помнили. Но он ноги разводит. <laughs> это Ван Дам. А, сука. Да. Чак Норрис пинает ногой с разворота. Да, 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 точно. В 2013-2015 на пике был Пол Вокер. Нельзя ржать, конечно. Ну, так Но... и про Хита Леджера тоже нельзя. Ну, согласен, да. <laughs> Кейт Аптон по бреду была в 2014-м, потом хоп, в 2018-м опять возникло. Чаще еще, кроме Actors? Чаще еще, кроме Actors? А, еще я ещё одно что-то смотрел, мне сильно нравилось. Сейчас вспомню. Геймс, Может быть. Кстати, я не смотрел Fortnite! Фортнайт! Fortnite! Че? А, я сейчас случайно навел. Покемоны. Покемон Гоу. Солитер. Overwatch. Лего. Не, ну а что, Fortnite на первом месте. Ну это все Именно в этом Clash году, of Clans. оф Clash of Clans Destiny. Destiny это, популярный. Snake. За... это, видимо, просто змейка. <laughs> <смейка> да. Ну, Ладно, тут все падает, достаточно... все, конец, провал. Все, все достаточно. Musical artists. Uh, ну давай. Джастин Бибер, Шакира, Эд Ширан, Селина Гамес. Майкл Джексон, Принц, Эминем, Тату. Тату, ни хрена себе. Да, 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 Причем всплесками два. Это я тоже смотрел. Тейлор Свист, Ники Минаш. Угу. Шакира. Кто про нее еще помнит? Какого Шакира, хрена? Шакира, Шакира. Там, наверное, вся Бразилия прется. Именно прется. И вся Мексика. Ну вот, вот, да. Просто. Подожди, что-то я еще смотрел. Кстати, Musical артиц я тоже смотрел. Уууу. я знаешь, куда хочу тебя попросить зайти, но не комментировать никак. В букс. Я как раз уже зашел. о И, например, Лолита на 2018 году достаточно популярна. Ну слушай, с 99 по 2002 самое популярное. Ready Player One. To Kill a Mockingbird. Вот гам. И простите, вот... я за свое невежество. To Kill a Mockingbird это... Понятие не... Как по-русски? To Kill... Ну-ка, сейчас, секунду. Это же какая-то должна быть знаменитая литература. Это же типа... Убить пересмешника. Ну это какая-то, в общем, наверное, американщина, да? Ну, да, американская писательница. Да-да-да-да. Ну великий Гэсби, понятно. Ладно, окей. Короче, прикольно, äh, прикольно. Ed, Google 20 прикольно. лет, это интересно. И здесь, кстати, ну можно, блин, не буду никак комментировать, все, ухожу с букс. Я уже вообще вышел из статьи. Ну давай. Все, я вспомнил. Дай насрать, на ту статью на хабар возвращаемся. Я вспомню, что я хотел еще то сказать. Там дальше есть иллюстрация гаража, в котором начинали Google типа. Пейдж и Брин начинали вообще <coughs> все. Uh -huh. Ну, да-да-да, которая 3D-шная, типа, можно погулять. Да, да 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 И это, знаешь, я недавно вот мы с Саней бывшуем, с которым офис собираемся снять, уже почти полгода uh -huh. собираемся снять, все никак не снимем. Так вот, я ему говорю, блин, Саня, надо, типа, снимать все равно в нормальном месте, потому что uh -huh. все вот эти сказки, что, типа, там, Майкл Дэлл, Гугл, все начиналось в гаражах, это, конечно, красиво и здорово, ну, надо mm -hmm. тебе типа, типа, себя окружать, там, атмосферой нормального офиса, там, ну, не в сарае сидеть и так далее и тому подобное. И yeah. он мне так сказал, Саня, вот я, во-первых, говорю, да, я тебя поддерживаю, а во-вторых, вот, это мы, типа, вот говорим в гараже. У них гараж, может, лучше, чем наши все бизнес-офисы а класса Ну, mm -hmm. как бы, вот тут видно, что не самый плохой гараж у них был достаточно большой есть, гараж, гараж как минимум. С, с ковролином, в котором реально хотя бы разуваться надо было, чтобы зайти там кухня. У гернитор, них есть синтезатор? У них синтезатор есть в гараже? Где? Не могу найти синтезатор. А ты вот если дойдешь до последнего, и вот ты появляешься в комнате и прямо по прямо по коридору дойдешь до конца. Я не знаю, тебе сафари позволяет или нет? Технологиями вражескими. Вот, дойди дойди до конца, Напомню. и там реально они Помогу музыцировали. Бы уйти. Да, 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 да. Ну вот именно. Короче говоря, это это нормальный гараж, мать его. Тут квадратов, наверное, 150. Mm -hmm. Такое mm -hmm. в Москве снять в центре Москвы. Гараж. Да, там растения у них даже на этих на подоконничках стояли, типа с патифилумов что-то. Ну да, у них красиво все. Короче, красиво. вот Поздравляем, Google, молодцы. Кстати, дальше у тебя тоже про Google. Да, следующая тема это то, что с стримингом начали заниматься Google. Google представил свой стриминговый сервис для игр, их можно будет запускать прямо в браузере Chrome. И некий Project Stream, он пока называется. Возможно, он так и будет называться, Хрен его знает. Этот проект, который, я так понимаю, где-то вот сейчас уже должен полностью заработать. В рамках анонса Google показал 4 минутный ролик, в котором Action RPG работает через сервис в 1080p и 60fps. То есть они врубили просто Assassin's Creed трейлер, короче, в прямом эфире, типа стримили mm -hmm. Full HD 60fps. Технически, да, тест начнется 5 октября Вместе с релизом Ну это видимо как-то с Ubisoft Они вместе договорились, чтобы именно пиарить Odyssey, или Odyssey, чтобы Пиарили Google, хотя хрен его знает Кто кого пиарит. Доступ к нему Получится ограниченное количество человек из Америки Project Stream требует интернет-подключения Со скоростью 25 мегабит в секунду Я так понимаю, что именно Google ориентируется На людей, у кого хороший интернет Они видимо посмотрели по статистике Все с хорошим интернетом, но Стримят все равно хреново Посмотрели как, вот вроде на Твиче все, e все с классным... Гуглят, у них 25 мегабит в секунду. Да, выдает, жмет легчайше. Смотрят, на Твиче e вроде нельзя такое стримить. То есть у них там должен быть с плохим интернетом сидеть, чтобы стримить на Твиче, e, да? Вот, они сделали прям вот если у тебя сильный нет, пожалуйста, welcome, как говорится, в Project Stream. И там хренач. Я просто не понимаю, зачем mm -hmm. они развивают параллельное дерьмо, если они в YouTube еще стриминг все включают. Возможно, это какая-то именно обкатка технологий. То есть э, здесь они поймут, как что сделать, а в Google уже потом перенесут. Ну, не знаю, то есть... Э, или же это какая-то... Ну, хотя там тоже YouTube гейминг. Я хотел сказать, что это более узко ориентировано, например, на киберспорт условно, чтобы тебе там Dota смотреть, именно э, International смотреть, короче, вообще без, максимально без задержки. Как только путь шхукнул... Ты увидел это в эту же секунду, как только это произошло в Китае, условно, в условной Америке. Ты увидел это у себя в Челябинске. Вот. И возможно. Я не знаю, вот честно, но пока э, связь с Ubisoft нам не говорит о киберспорте никак. Это потому просто. что Ubisoft с киберспортом никак вообще не э, да. Ну вот. В общем так. Ну, достаточно однострочно получилось. Оно Там срочно. в комментах все срут, что типа вот. Как этой какашкой можно пользоваться вообще? Большинство игр стримят только в 720. За игры платить отдельно. Никакой подписки с кучей игр Такое будет только у издателей. В итоге не подра, не поиграть нормально, не получить хотя бы в сингл, не денег сэкономить на жилье. Короче. Погоди, погоди, стоп, стоп, стоп. Я что-то не понял. Я может быть что-то не понял? Так может это не стриминг, а это играть типа на? Это как стимовский стриминг, когда можно из ПК играть у себя на буке. Uh -huh, uh -huh. Вот тут можно в любом хроме запускать игры со своего ПК. Все, я понял, я понял. Ну, окей, круть. Но мы же знаем ограничения всего. То есть мало ли, как там браузер, что может. Да, не конечно, уверен, что хром я... да, может. Это Но, общем, тогда я они не тестят, возможно. Непонятно, зачем, да. правда? По тебе вкатка технологии. Просто, да. насколько он со Steam-то будет интегрирован? Или это только то, что ты на дисках купил, можно как? Ну, просто, именно не, ре не, ну... реализация интересна. Да очень часто такое. Вообще, есть такие сервисы уже, которые ты типа используешь, играешь у себя на компьютере, ну, а, а юзаешь, да? Я слышал. И там подключается тупо Steam-библиотека. Там, короче, ну... Это норма. Это норма. Ну, понятно. Ну, в общем, вот Google тоже, видимо, в это включился, в эту гонку. Гонка, смешно. Ну, Сегодня обычно. у нас клише журналистские. В эту гонку включился. Google теперь. И Там... обкатка технологий Да, да, да. А мы переходим дальше. У нас на блоге Мосс-игры по бреду, на хабре. Казалось бы, где Мос-игра, и где Хабр. А где а... мы? И... Да, и где, тем более мы. Это Ф три вещи, потому что которые я здесь... никогда не пересекут. Я здесь вижу ГГ в скобочках. Я посмотрю, как ты это сейчас будешь рассматривать ГГ, Ну давай. Я готов печеньки хавать и в офисе кофе пить. Ну просто можно настроиться. Ну, вот тут на статье хабра написано: По крайней мере, я слышал от одной бабки это обкатывалось в эти. Обкатка технологий. А, все, я понял. Сколько вещи Все. Короче, чувак. На блоге компании Мос-игры почему-то пишет про информационную безопасность. Оказывается, МосИгра — это достаточно технологичная компания. То есть они познали маркетинг вообще на полную. Они прям кунфу фу маркетинга познали. Тем более, что у них в компании 201-500 человек работает. Это тебе не хрен собачьи, у них реально по, по полтысячи человек, скорее всего, около того. Mm -hmm. Так вот, они про таргетинг, короче говоря, здесь чувак рассказывает. Причем характерно, насколько я понял, у него уже несколько статей было, как минимум одна, по поводу таргетинга. И он там сокрушался по поводу того, что, блин, это, у него 220 публикаций, ёкарный бабай. Да, вот это. У него была статья, что происходит в рознице. Напишите в комментариях, если хотите, чтобы мы ее тоже рассмотрели, потому что по факту там тоже какие-то откровения. Он рассказывает о том, что на самом деле нас таргетят намного жестче, чем мы себе вообще подозреваем. И вот он говорит, что у них в мос игре они знают про многие, так сказать, возможности таргетинга, но они ими mm -hmm. умышленно не пользуются, потому что они типа не корпорация зла. Типа того. Вау. Wow. Вообще. То есть они практически с нами своими деньгами делятся, не отслеживая. Лишь бы только не... Да-да-да-да-да. Ну, короче, он пишет, что он последние пару лет счастлив, что он всю сознательную жизнь не верил карточкам, расплачивался ими только в крайних случаях. Угу. Вот. Ну и в прошлом посте, если кратко, вот там он рассказывал, что можно целить рекламу средств от насморка, кто обычно ходил в офис, а вот уже 10 минут, как взял и не пошел. То есть стопудово, скорее всего, простудился, ему уже показывают рекламу, рекламу средств от насморка. И, типа, это работает uh -huh. в большинстве случаев. Вот ему он тут сказал, что юрист Мос игры сказал ему, помягче в тату, В татуировках, может быть, тоже помягче. Uh -huh. вот. И он пишет, что это <связано> все его личное мнение, возможно, мало связанное с реальным миром, а многое ему вообще приснилось. Полное г, -г короче. короче. Вот. <связано> uh -huh. Он пишет, что можно таргетировать людей по состоянию счета и покупкам. Например, mm -hmm. э, Target есть дети 6 лет, выгля выгляд выглядит так. По этому списку терминалов сетей делал частые покупки 5 лет назад. То есть, грубо говоря, 5 лет назад покупал памперсы, значит, сейчас у него есть дети 6 лет, и ему можно таргетить на вертолетике. Условно. Mm, ну, или там на куклы Барби. Таргет живет в этом районе и имеет больше 100 тысяч рублей на счету. По точкам, где часто покупают, есть таких кластеров 2 ближе к окраине. Почему? Так ближе к окраине не совсем понятно. А, в смысле, ближе к окраине этих кластеров. Я почему-то подумал города. Ну, короче говоря, они палят всякую хрень. Например, Google, оказывается, имеет встроенную фичу чтения верхних писем в почтовом ящике на Gmail. Роботом, конечно, но тем не менее. И он именно, когда ты таргетишься через гугловое дерьмо, можно таргетить, у кого там пять последних писем, это там, я не знаю, условно, уведомление из банка. Uh -huh. или у кого пять последних писем это спасибо что вы купили все эти линки хоп ты ему сразу технопоинтовскую рекламу показываешь и он уже как бы как чувак который это знаешь как ты едешь рядом большой семейный магнит и около него билборд ленты uh -huh. ты как бы ехал в семейный магнит а тут тебе показывают что кетчуп Хайнс который уксусом отдает в ленте на 10 рублей дешевле, чем в магните. И ты такой, просто разворачиваешься на ручнике и едешь в ленту. Я тебе страшнее, конспирологию расскажу. Я вот, например, еду на машине мимо вот этого ЖК Луч, который. Западный Луч. Мимо ЖК Западный Луч. И по радио слышу рекламу Западного Луча каждый раз, когда я мимо проезжаю. И мне страшно вырубай, если честно. Я как ну, бы не вообще очень... хочется выпрыгнуть из машины я, в я эту. Я тебя успокою. Я рекламу западного луча сл слышу часто в машине, хотя я там вообще не езжу около западного луча. Поэтому они просто отстроили. Ну, третью, они сильно, третью, я знаю. Они каждую конца. секунду, да. И они, видимо, никто не покупает, потому что они очень агрессивную рекламную кампанию нынче ведут. Именно нынче. ГГИ. Так. ГГИ. Кроме того, он пишет, что очень много инфооператоры продают. То есть там билайн и прочее. Потому что они геопозицию собирают, и они ее тоже продают. И очень часто бывает такое, что ты там проходил мимо любимого торгового центра, и тебе пришла. Кстати, у нас в сушивок скидка. А сушивок mm -hmm. как раз находится в этом там тоже месте. Я, правда, опять же, потом немножечко себя успокоил тем, что я посмотрел по истории и от Суши Вок просто в среду каждый раз приходит смс, -к. то есть ничего, ни... то есть такого, страшного. Да, 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 но в общем-то может быть, как бы, ну давай так, в Челябинске наверняка рынок беднее в 100 тысяч миллионов раз и никто гигантские бюджеты в маркетол, ну в маркетологию, в... а в маркетинг, uh -huh. Блин, Ты тупой, в маркетинг не вкладывает. И поэтому у нас нет вот этого засилия до свитоса. Хотя, опять же, здесь еще, вот, опять же, знакомые из фармы только на днях обсуждали таргет по венерологическим заболеваниям для тех, кто звонил по спарсенной базе телефонов девушек легкого поведения. Uh -huh. То есть где-то есть база проституток, их номеров телефонов. Если uh -huh. кто-то делает дозвоны на эти номера телефонов, то ему рекламу лекарства от венерологических заболеваний сразу таргетит. Ну это хорошо еще так, если ему не заинтересуется кто-нибудь другой. Ну это да. Это, ну, как бы здесь видишь, здесь все обезличено. Типа. Mm -hmm. Ну я понимаю. Типа. Вообще на самом деле в рекламе есть такое понятие. Вот, например, рекламные айдишники. Это не те айдишники девайсов и не айдишники там тебя в какой-то соцсети. Это рекламные айдишники отдельные. Вот я сколько знаю. То есть, типа, у Android условно есть IDFA специальный for, adver for именно advertising id который именно для рекламы. То есть, ты можешь, например, в Android отключить это дерьмо, чтобы тебе никогда тебя не, не таргетило. То есть вообще там жестко в настройках поставить, чтобы типа тебя никак не запоминало. И у тебя ничего не будет, короче. Отсылаться, соответственно, никуда ну, И, соответственно, тебе ничего не будет пока это есть, Ну WS вот, да-да-да да, 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 да. Вот, вот, вот. Это оно При этом, я не знаю, работает это на самом деле или нет Но я тоже всегда отключаю Вот, тут самое главное, что тут еще пишет Что есть публичный Wi-Fi И то, что ты Там, вот именно там, где нужен номер телефона Чтобы зайти Я вот не зря это не люблю а, mm -hmm. ну, Хотя, опять же Я не параноик, напоминаю по мне вот. Но тут чувак именно говорит о том, что есть люди, которые просто ставят роутеры, их в эту систему uh -huh. подключают и еще и деньги зарабатывают на то, что они продают эту инфу э, из открытых сетей. Для чего? Для того, чтобы понимать, где типа чуваки с такими номерами телефона входят, и чё, uh -huh. им потом присылать рекламу чего? Так. То есть именно э, рекламу кафешек, в которых они уже были. И они туда с большой вероятностью опять вернутся. Ну и грубо говоря, это, ну ты рекламные бюджеты уже не просто сливаешь в никуда, а типа более таргетированно. Угу. Ну тут еще пишет о том, что очень часто приложки там получают доступ к микрофону и слушают, как бы даже то, что они не должны уже слушать, например, там помнишь историю с Яндекс Навигатором, который писал Но... просто все время и отсылал да -да -да. все что писал. И, типа, это для вас, как бы для того, чтобы если вдруг ты сказал Эй, там, Алиса, как мне проехать в библиотеку? Вот, но на Подожди, самом это деле. Это разве с Яндекс.Навигатором было? Да, сейчас? это было с Яндекс.навигатором. Без шуток. А не с Бургер Кингом, который что-то писал там. И это тоже было, и с Яндекс.Навигатором было. Yeah, ну, может быть, да. Вот, Ну, короче говоря, да, он пишет, что еще однажды его сисадмин сказал, что немного опасается за свою клавиатуру, потому что она использует нешифрованный радиоканал. Любой может перехватить mm -hmm. сигнал. То есть Bluetooth-клавиатура, mm -hmm. и она не по HTTPS отсылает в компьютер, что ты писал, даже кейлогеров не надо ставить, достаточно просто ну, какими-то радиотехнологиями забрать вот этот сигнал и просто логировать все, что пишется с клавиатуры. И, кстати, это, видимо, одна из причин, по которой я терпеть не могу беспроводные клавиатуры, мышки и наушники. Ну, мне так кажется, что это просто неудобно, что там, не дай бог, Connect потеряют, что-то еще, но, видимо, есть как бы в этом и что-то еще. Напоминаю, я не параноик, просто совпадение такое. Вот. Ну и здесь финал, финалочка. Финалочка в том, что это вот у нас так. А вот недавно я общался с аналитиком немецкой розницы, и она послушала про многие достижения нашего рынка, сказала, что в Европе многое запрещено, и такая дичь просто невозможна с ее точки зрения. Вот это, кстати, тоже. Как ты считаешь, это реально или это вот она так думает, а на самом деле все равно у них также все логируется, хотя у них же этот ГДПР ввели или как там эта хрень называется? Но, короче, твое мнение нужно. Срочно. Да понятно. Я честно говоря не знаю, как у них там это все. Да я даже. Но про мне кажется, в целом, а не только про Европу. Да круче. Я не знаю. Ну, в смысле всегда так работали и будут работать. И я думаю, что будет еще более жестче таргетироваться и э, все больше и больше. То есть меньше данных не становится. Мне кажется, все больше и больше она знают, Соответственно, ну это опять же из, пар... из... из параноидальных каких-то вещей, да все больше знают все больше точнее реклама возможно это и хорошо потому что если реклама классно сделана и правильная и в общем эм... хочется вообще чтобы слово реклама как раз э, потеряла негативную какую-то окраску а приобрела какую-то более полезную окраску то есть э, если тебе реально реклама точечно попадает как ракета израильская то классно же, классно, то есть хотел купить какой-то предмет, какую-то услугу, тебе она показалась хороший производитель там и так далее, узнал, сходил, купил, пользуешься, то есть, я, то есть здесь я не вижу проблем сани с рекламой и также вот допустим, ну нет, ладно, в приложениях я хотел сейчас сказать, что вот ты отключаешь IDFA, а тебе бы может там Хорошее что-нибудь посоветовали, Ну, в общем, да ну, слушай, одно дело, когда тебе советуют новый альбом B2, и ты реально благодарен, что ты там не отследил, но ну, нет у тебя времени мониторить, что uh -huh. у них там выходит, не выходит, а тут смотрят, что uh -huh. ты как бы их старые альбомы слушаешь, тебе говорят, вот, кстати, нового вышел, ты такой, блин, круто. А другое uh -huh. дело, когда это уже, ну, типа, не конфиденциально то вдруг все-таки там не только IDF, а какая-то еще про тебя. Ну, хотя, опять же... Ну, ну это, вот. опять же, параноидально, потому что вот именно рекламная хрень, конечно, хранит про тебя только... Ну, стараются, я не знаю уж как, но все-таки хранить безлично абсолютно. Хотя, если вдруг из тебя этот портрет сложить, все вот эти строчки, которые у тебя записаны, возможно, там Санька и получится, и Никитка. Вот именно. Мало Тем более ведь, если там номера знаю. телефонов фигурируют. А к номерам телефонов паспорта. Не, ну номера телефонов это то э, не это, очень... это. Вот это точно GDPR там сразу скушает. Там номера телефонов-то нельзя, а уж паспорта это до свидосика вообще до свидосика. Ну вот видишь, а номера телефонов у нас много, где фигурируют, особенно в этих публичных wi fi и все это продается. Ну, наверное, Возможно, у нас писали. все еще, у нас 90 еще там в интернете, у нас пока еще, я думаю, мы все собираем, все храним, там вообще нашей компании это такое. Я просто интересно, есть ли смысл пытаться это все обходить, или как бы уже нет? Вот мне такое тоже. Потому что у меня вот установлена даже программа uh -huh. DNS Crypt, которая... Ты, что друг себе установил? Да, я и сам не знаю откуда, почему-то установлена. Я погуглил, что это такое. Это, короче, хреновина, которая прячет, когда ты резолвишь DNS, то есть заходишь ты на какой-нибудь условный mail.ru, но ты не хочешь, чтобы твой провайдер знал, что ты заходишь mm -hmm. на mail.ru. И даже если ты накатываешь какие-нибудь там торы, vpn или что-то еще, первый э, запрос, когда ты отсылаешь на э, mm -hmm. узел, это ты да. у своего провайдера спрашиваешь, а какой IP-шник у mail.ru? И провайдер знает, что ты долбился на mail.ru. То, что весь трафик потом зашифрованный на него, окей. Но сам факт того, что ты туда заходил, уже установлен. Эта <связывается> утилита угу. его скрывает. Можно ставить всякие генераторы MAC-адресов и прочую хреновину. И я вот думаю, есть ли это смысл в этом какой-то, или все-таки не успеть от этого, ну не уйти, и нужно уже просто подчиниться, забить и вот, да, это такой тоже для наших подписчиков риторический вопрос. Ну, возможно, это как раз и хорошо, что если сейчас вот у, у кого-нибудь это выстрелит, так скажем. Вот прям реально что-нибудь, ну не знаю, вот утечка данных этому чуваку как-то навредит, реально. Ну, там, по бабулу еще как-то, да? То представляешь, как зарадуешься, что все закрывал. Ну, да. Это, ты имеешь в виду, что еще не вечер? Что эта история? Да, еще, не еще, закончена? еще будет что-то, да? Ну, круто, если будет. Как минимум, я знаю, что будет э, темка-не темка, а какая-то вот э, микро-новость. Я просто Мик? ну, зачитаю, раз уж я уже Давай. говорил. Нам Джак Клупер, Джа Клупер пишет. Угу. А вот по философству. Вы обсуждали великий китайский FRW и сильную власть. А читали ли вы ООУ 1984? Какое мнение, актуальна ли идея книги, насколько ли она метафорична к нашему миру? Я не читал. Ты читал, Никита? Я, ты, к сожалению, ты, ты тоже. В курсе, что это? Я как бы супер отдаленно. Я понимаю, что это что-то про антиутопию, какую-то жесткую, но, к сожалению, не читал. Вот. вот. А, а какие еще антиутопии ты, Саня, знаешь, чтобы мы могли поговорить? Биошок. Так. Еще Знаю. какие? Давай о а книжных антиутопии? Обитаемый остров. В Стругацких первый приходит на ум, да? Допустим. Ну, мне, мне да, мне он приходит. Там на самом деле, кстати, я вот не помню, в Обитаемом острове была ли какая-то стена от кого-то. Но ну, там вышки. в целом. Ну, вышки я помню, да, но вышки, они как бы, они защищали тем, что они издавали хрень, вот этот звук, который у одних вызывал одно, у других другое. Да, это я помню, но это спойлер, вдруг кто-то не читал кругацких ай-яй-яй, двойка. остров» — это круто, я прочитал, причем я в больнице тогда лежал, почему-то многие такие вещи читаются именно в больницах. Я прочитал после того, как посмотрел первую часть. А, ну кстати, да, когда вышел фильм, потом с газетой по бреду Аргументы и факты выходили mm -hmm. книги именно. Там, ну, как-то вот что-то такое было. Я не знаю, сейчас есть или нет, что с газетой выходят книги, и там, да, я, у меня тоже есть именно Обитаемый остров из аргументов и фактов, переизданный уже mm -hmm. новый. Ну хорошо, а еще какие? Просто есть какая-нибудь твоя любимая антиутопия где-нибудь, в каком-нибудь произведении. Может быть, в музыке ты сейчас скажешь, а вот в песне Children of Бодом, например, есть про антиутопию. Или ну на... Слушай, ну, Матрица, это же тоже что-то типа антиутопия. Ну, ну, согласен. Это, кстати, классная антиутопия, да. Э, вот, опять же, Лавкрафт. То есть, угу. если говорить про мир, в котором там у него все происходит, там нету никакого... Э там, знаешь, там как Готэм. Там есть просто город, и в нем все плохо. В нем практически там всегда ночь, а даже когда день, на самом деле у всех на душе ночь. Ну и там такая вот эта гнетущая, это очень круто передано. Вот, мне кажется, Готэм это тоже типа, ну это не то чтобы они Да, это, ну в смысле сам по себе модель да антиутопическая, что постоянно там кто-то должен делать преступления, какие-то злодеи, ну такая типа очень усиленно плохой наш мир, скажем так. Вот да. Я наверняка в играх что-то было, что мне сейчас не сразу вспоминается, а на самом деле, ну кроме, естественно, Half-Life и City 17. Да и биошоком. Ну да, и биошоком. Это дефолтные такие примеры. Uh -huh. песен. Да, не Ну, знаю, я песен... Ты... Шуч... Да я шучу уж песен. Понятно, что там разные мотивы, скажем так. Не, ну давай так. У театра трагедии есть трек City of Light. Так, я знал, знал, что начнется. Вот. И там как раз он с альбома Machine, который их первый индастриал альбом, по-моему, 2000 года. Не должно быть таких слов, по-моему. Я не помню, 2000 или 2001. Первый индастриал альбом, и там как раз все треки про то, что люди — это уже машины, mm -hmm. про то, что там миром правят транзисторы и так далее, и тому подобное. И как раз City of Light — это тоже нем немножечко об этом. То есть, да, ты прям в точку... Ну, наверняка у какого-нибудь робо-зомби что-то про это есть. То есть это тоже mm -hmm. такой индастриал. Но я, если честно, в лирику робо-зомби так не вчитывался, в лирику Театра Трагедии, поэтому... Знаю. Да. Ну, в общем, в общем, орал, как говорится, не читали, но мы согласны. Мы решительно согласны с антиутопиями. Вообще со всеми. Антиутопия это круто. Это прям возвращает, так сказать, точнее, как, это заставляет задуматься над повседневностью. она знаешь, что еще, Никита, заставляет задуматься над повседневностью? Ну-ка, наша обойка? Нет, patreon.com slash Мы сегодня в конце про него скажем для тех, кто дослушал, потому что дослушивают самые зайки. И mm -hmm. это именно те люди, которые, скорее всего, будут нашими патронами или уже являются ими, и они просто вспомнят. Они крутые. Да, что сейчас начало октября, и надо проверить, списали ли у них деньги, потому что я-то знаю, что у четверых или у пятерых не списались у них там с карточками проблемы или с чем-то еще, поэтому если вы нас слушаете и вы хватились сейчас, у вас там не списали, вы проверьте, пожалуйста. Нам занесется. Кто не проверил, помните, что patreon.com дизайн это самый топовый способ за свои деньги поддержать нас. Здесь у вас, кроме ваших личных наград, вроде участия в закрытом чатике, доступа к подкасту на день раньше, чем всем остальным, или участия в самом подкасте, в обсуждении темки какой-то, вы можете еще поучаствовать в достижении наших общих целей, которые явятся развитием нашего канала, там новые серии роликов и так далее и тому подобное. Patreon.com slash дизайн это прям, это круто. Это, это лучше, чего можете для нас сделать. Да, согласен, согласен абсолютно. А вот теперь можем и к обойке переходить. На обойке я что вижу? Ты уже открыл, да? Да, я открыл. Здесь э, я вижу, во-первых, двух, э, скажем так, гипопотамов спаивающихся. <laughs> да, есть такая ассоциация, согласен. Вот. Когда вот ты сказал а двух, еще. я уже понял о ком-то, о чем-то. Да, вот, а еще видишь ли ты, здесь Саня, наш подкаст, например. <laughs> это нижний гипопотам, верхний <laughs> это наши слушатели, Верхний слушники, это темки. Да, Они нам темки предлагают. Нет, согласен, темки, они там согласен. между ними где-то там. Крутся. Да, 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 да. Вот. А я-то еще тебе могу сказать. Кстати, причем, это даже круто, что ты это сказал. Я, знаешь, что хотел? Теперь у меня свой ответ. Я здесь был. Ну, давай. Это Таиланд, это остров Самуи, где как прям раз. прям вот был. на этих двух гипопотамах. Прям вот около этих гипопотамов фотографировался, не шучу. То есть это какое-то знаковое место. Какое ну, это, это спуск от одного. Mm -hmm. Это не топовый ресторан, но он один из известных ресторанов там по дороге от одного пляжа к другому там есть ресторан в скалах и вот это спуск от него и там вот такое достаточно живописное место прикольное, такие красивые камни вот причем мне жена говорила что там обычно много фоткаются и нам там не повезет ну что не получится сфоткаться одним хрен там uh -huh. плавал никого не было вообще просто спустились. Так ты, можешь, там. в 6 утра пришел? Да нет, слушай, это день был, реальный день. Прям полуден изной, я бы даже так сказал. Вот, и это прикольное место. И я-то думал, что наш подкаст — это как раз эта укромная бухта, в которую только кто знает, тот приходит, и тем он и как бы и крут, тем он и велик, я не побоюсь этого слова. Mm -hmm. знают про него вот, только избранные и вообще у нас здесь такой прям крутой между собойчик я рад что вы нас слушаете и смотрите ставьте плюс в, в чай <laughs> если <laughs> если вы тоже рады что вы нас слушаете или смотрите ну все, собственно, мы как бы как обычно с вами прощаемся, но да. ненадолго. Ну, да, прощаемся, но ненадолго. Напомню, что мы по вторникам пишемся, по средам монтируем. В четверг подкаст доступен для патронов, в пятницу подкаст доступен для всех. Поэтому, если вы патроны, увидимся в следующий четверг. Если вы просто наши подписчики, то увидимся в пятницу. Я уверен, что ничего не воспрепятствует нашим встречам mm -hmm. еженедельным в следующий раз. Подписывайтесь на нас, все ссылки есть в описании, ставьте там лайки, пальцы вверх, колокольчики, звездочки, вот это все, сердечки. И увидимся через неделю, пока.